Приветствую, друзья, сердечно. Идет сильная магнитная буря. Но многие люди чувствуют сонливость. Если чувствуете сонливость, надо, конечно, спать. Если чувствуете какое-то другое состояние, прислушивайтесь к себе, проверяйте на индикаторе напряжения. Это 10, это шторм, это 0, это штиль. На каком вы сейчас делении, чтобы запомнить это состояние, которое испытываете. Еще я хочу сказать о том, что осенние и весенние перепады, и когда происходят какие-то климатические аномалии, у человека в силу выработанных миллионами лет эволюции есть защитные механизмы. Прислушивайтесь к ним. Несмотря на то, какие вам дают советы. Просто научитесь самонаблюдению и доверять своей природе. Вот так, друзья. До встречи. Не забудьте, у нас 1 августа вебинар с Оленом Алиевым, психологом, художником, моим сыном. До встречи.